Здравствуйте, друзья. Об американской медицине, так сказать, из собственных наблюдений пару слов. В какой-то момент смотрю, значит, ну, может быть, год назад где-то, губы стали подергиваться как-то так. Как-то вот сидишь так, как-то вот так они подергиваются. Между делом. Непроизвольно. Думаю, что подергиваются? Вроде раньше не подергивались. Ну, так, поначалу я смотрю, вроде ничего не делаю, потом думаю, может, надо врача спросить. Посмотрели, сходили к одному врачу, к другому, а у нас тут как бы на местности нету, нам кого-то в Сан-Франциско порекомендовали. Тот, который в Сан-Франциско, нам говорит, вы знаете, невропатолог. Он как-то это все назвал каким-то словом и говорит, что тик, типа тик это. Но это не был тик, что интересно, это не был тик, как потом выяснилось. А потому что тик, это когда поделал, и вроде легче стало. А он послал меня к какой-то женщине китайской, доктор Ву, зовут W, Ю, такая, доктор Ву. Она специалист, говорит, все, что она в своей жизни делает, она такая вся PhD, там все только по тикам, вот ничего больше не делает. Такая невропатолог. Ну, в общем, приходим мы к доктору Ву, она так посмотрела на меня, я ей подергал там, ну, не специально. Она говорит, это у тебя... От, знаете, от лекарств, которые ты принимаешь. Я говорю, от каких? Она говорит, ну, и начинает, знаете, перечислять там. Говорит, вот от этого дела у тебя есть что-нибудь там? Я говорю, нет. А там от нервозности нет? Нет. А может, ты грибы какие куришь? Я говорю, тоже нет. Может быть, ты, говорит, что-то принимаешь такое, знаете, по этой части. Я говорю, да нет. Она говорит, ну, тогда, значит, от всех остальных. По совокупности. Мы не знаем, какие, когда, чего. Ну, вот как-то все вместе. Я говорю, а может, это еще от чего? Она говорит, нет. Говорит, вот это как у тебя дергается. Это только от лекарств. Света моя говорит, она всегда присутствует, Света говорит, ну, так что же вы предлагаете? Та говорит, я предлагаю еще одно лекарство. Говорит она, это очень редкое, очень дорогое, в общем, со страшными делами. Но оно как раз вот от этого. Как раз от этого очень эффективное. Говорит, я вам дам с собой, это было полтора месяца назад, 6 недель, я вам дам с собой на полтора месяца, вы попробуете. Вот есть тут по 40 миллиграмм, а вот есть по 60, как-то оно там называется у нее, я не знаю. Но, в общем, недели две мы не принимали, потому что у Светы был внутренний протест. Она говорит, что ж такое, говорит, сначала дадут лекарства, а потом дают еще лекарства, чтобы от тех лекарств. Это, говорит, вообще что такое? Как это получается? Я говорю, но рожа дергается, тоже неприятно. Тем более, я же блогер, я же лицом, можно сказать, к людям. Ну, и что это за лицо такое, если оно дергается? Да. Знаете, есть такой анекдот, как приходит человек к доктору и говорит, доктор, у меня, говорит, вот это вот самое причинное, этот агрегат. Значит, он... Ну, как-то почернел, и вот как-то так, ну, того гляди, отвалится все. И доктор говорит, а как часто у вас это происходит, там, интимная жизнь? Тот говорит, ну, сколько там, ну, с женой, говорит, там, 3 раза в день, там, ну, с тещей это еще 2, с секретаршей на работе, там, утром и вечером, там, ну, с соседкой. Ну, в общем, ну, так, за день набирается. Тот говорит, так это у вас от злоупотреблений. Тот говорит, ой, доктор, спасибо, а я уж думал от анонизма, понимаете? Так вот, и я вот примерно так же себя чувствую, знаете, вот это. Еще лекарство мне от лекарств. Да, но, что интересно, лекарство от лекарств действует. И вот там мне дали 2 дозы, там 40 чего-то там миллиграмм и 60 миллиграмм. Я сначала был на 40, потом попробовал на 60. И действительно, если не забывать принимать, не забывать, а так, с утречка так, раз, глотанул, там, такая... Вот, то вроде как и действительно не дергается. Сегодня у меня был appointment с этой доктор Ву. Ну, уже первый раз-то мы живьем ездили, а сейчас, значит, на телефончике. Тут все как положено, на телефончике. И она говорит, ну что, действует лекарство? Я говорю, ты знаешь, говорит, я говорю, чудодейственное такое лекарство действует. Она говорит, ну хорошо, теперь, говорит, проблема будет первая. Получить approval от страховки, потому что лекарство дорогое, и надо страховке объяснить, почему... Она должна за него заплатить. Второе, это, говорит, на мне, я постараюсь. Второе, говорит она, это когда страховка его, значит, одобрит, опрувнет, так сказать, по-нашему, надо его где-то найти. Вы, говорит, какой пользуетесь там аптекой? Мы говорим, вот такой. Она говорит, нет, это нужна специализированная аптека,
в которой есть такие лекарства, которых нету в других местах. Я говорю, а что же за лекарство такое, что его нигде нету? Она говорит, так в той, которая специализированная, говорит, тоже нету. Но просто они для вас закажут. И, значит, я говорю, ну хорошо, а где есть ближайшая специализированная? Она говорит, в Сан-Франциско. Это час без трафика, это час езды. Вот. А, значит, я говорю, ну подождите, говорю, ну как-то несправедливо получается. Она говорит, да вы не волнуйтесь. Говорит, вы им... Они для вас получат, они для вас закажут, они для вас получат, а потом они вам оттуда, из Сан-Франциско, по почте перешлют. Они совершенно нормально все это по почте пересылают, никаких проблем нету. Я думаю, действительно, какая беспроблемная у нас такая медицина. Вот на любые лекарства есть контрлекарства, да, которые, то есть, по последствиям. Но они редкие, но они дорогие, но страховка в целом платит. Ну, конечно... Рядом получить их негде, значит, ближайшее место Сан-Франциско, но оттуда перешлют. А если не хочешь, так подъедь. А что Сан-Франциско? Взял и подъехал заодно там в русский магазин, зашел там гречку, ну там, гречку, селедку, что там берут в русском магазине? Ну, как все мы знаем, чего берут в русском магазине. О, моя пожарка там выезжает. Ну, в общем, друзья, вот такие интересные... Гудит пожарка, слышишь? Загудело. Вот и у меня тоже такое вот ощущение, вот как вот, когда пожарку видишь, что-то гудит, понимаешь, так как-то вместо тишины такое и спокойствие вот так вот гудит. Такие вот дела. Счастливо. Да, а рожа не дергается. Ну, правда уже, хорошо, а то бы я ходил и дергался бы перед вами. Вы бы сказали, что-то с блогером не то. Сказали бы, а чего бы ему к врачу не ходить? Сказали бы, не то, что сказали бы, а все время мне говорят, а что, говорит, такие бабки там зашибает и там до врача дойти не может, там, на себе экономит. Или вот она, американская медицина, значит, не могут блогеру рожу починить, чтобы не дергалась. Могут, друзья, могут. Могут. Вот же ж, видите, починили. Все, счастливо.